белая медведица Колымана вывела своего детеныша из берлоги. По этому случаю в зоопарке Ортодойдо прошло торжественное событие. Пол медвежонка определят через 2 недели. Если это самец, то его отправят в Хабаровский зоопарк. А если самка, то по договору он полетит в Петербург, откуда взяли отца малыша Ломоносова. Минохраны природы предлагает населению Якутии выбрать имя для медвежонка. Ведомство уже объявило конкурс. Снег скрипит под жесткими ступнями. Значит, ну, естественно, мы историю знаем вообще жизни белых медведей, потому что соприкасаемся с ними очень часто. И в этой связи я хочу выразить огромную благодарность Министерству охраны природы, что спасли вот медвежонка Колыману от неминуемой гибели. Это мы все констатировали этот факт. И самое главное, еще огромная благодарность работникам всем, служащим зоопарка Ортодойду.